Добрый день, уважаемые наши слушатели! С вами Сергей и Анастасия. Мы сегодня поговорим про супердизайнерское мегакрасочное приложение, которое вас, я уверена, просто поразит. Да, и речь пойдет о мобильном приложении нашего замечательного знакомого, хорошего там, товарища по цеху, Бажен Топор. Это уникальный в своем роде человек, то есть представляет уникальные услуги, и о нем сегодня будем говорить подробно. Картинка приложения по-прежнему будет у вас с этой стороны экрана, поэтому смотрите параллельно нашим разговорам. Да, если мы говорим про дизайн этого приложения, то стоит отдельное внимание уделить слайдеру. И за что огромное спасибо Сергею, потому что, ну вот, если его полистать, например, слайдер с вот этими железными штучками, то вы увидите смену декораций, и настолько стильно и вкусно сделано, а иконки какие, посмотрите, в боковом меню, на главном экране. Это же так важно, фирменный стиль, чтобы это было оформлено вот именно вкусно. Да, и если поговорить отдельно про боковое меню, то здесь был именно выбран стиль такого вот темного дерева, такого покрытого морилочкой, либо в принципе темной породы дерева, да. И на вот этом фоне, естественно, хорошо смотрится какой-нибудь металл такой желтоватый. То есть в данном случае иконки сделаны в стиле латунных таких клепок объемных, и вот на вот такого цвета материале смотрится очень хорошо, выигрышно. То есть и как раз подходит под, собственно, само название, то есть Бажен Топор. То есть, кстати, топор — это не случайно, то есть этот молодой человек обладает техникой стрижки топором, то есть уникальная техника, причем то есть этим он очень сильно прославился, то есть поэтому, и кому интересно, пишите в личку, то есть да, настолько серьезно, да, то есть он умеет стричь топором, то есть там нужен специальный для этого топор. И, то есть, кому интересно, пишите, то есть, скачивайте приложение, пишите ему в личку, то есть, я думаю, что, он человек очень общительный, поэтому с удовольствием ответит, если зададите какие-то вопросы, и с удовольствием, конечно, вам окажет свои услуги, потому что человек уникальный, оказывает огромное количество разного рода услуг, тут и фотосъемка, и профессиональная видеосъемка, и профессиональный монтаж, и сопровождение фотокорреспондент с любого события просто, то есть, причем он один работает там за 3-4 человек, то есть, когда вы, у вас есть выбор всегда, да, вы можете нанять либо съемочную группу из 3-4 человек, там, 2 оператора, там, один фотограф или 2 фотографа, и можете нанять его, то есть, результат будет примерно одинаковый, то есть, причем, в его случае это будет даже более цельный материал, более интересно обработанный, потому что, ну, человек уникальный, то есть он любит это дело, он занимается им давно и очень профессионально. То есть огромное количество опыта, сумасшедший профессионализм, то есть это то, с чем ты сталкиваешься, когда знакомишься с этим человеком. То есть подробная информация как раз есть вот в приложении. И вот посмотрите на боковое меню, то есть здесь очень много разных опций и очень много разных страниц, которые постоянно обновляются. То есть чем вот особенность этого приложения в том, что оно постоянно обновляет. И вот это, на самом деле, самое вкусное в этом приложении, на мой взгляд, потому что много разделов, которые каждый раз, когда вы заходите, вы будете видеть что-то, ну, не в один и тот же день, естественно, но тем не менее, то есть если вы время от времени заходите в приложение, да, вы каждый раз будете видеть что-то новое. С одной стороны, это такое вот общение с слушателем, да, со зрителем, это очень важно, потому что когда человек понимает, что он ваше приложение может, например, раз в неделю открывая, как журнал, листать, просто смотреть, какие новости, что где новое, какие-то материалы, советы, топор лайф, например, да, или советы, или онлайн-разделы, или онлайн-трансляции, везде появляются регулярно новые материалы. И вот эта вот стратегия работы с мобильным приложением, это очень важно. Да, и по поводу контента, мало того, что он довольно часто обновляется, и само по себе приложение интерактивное, и есть много возможностей написать и оставить комментарий, и связаться с автором. Но еще и через него можно записаться на, собственно, на его услуги, потому что
Он оказывает множество услуг, это и лофт-декор, то есть, причем, если вот вы полистаете слайдер, то вы найдете разные вот эти вот такие плитки, такие таблички с названиями разных услуг. И на каждую табличку можно нажать. То есть вы нажимаете, например, на тот же лофт-декор, попадаете в раздел, где самые яркие примеры лофт-декора он представляет. То есть, причем очень часто это с видеороликами сопровождается, то есть как это процесс создания происходит там. Если вы возьмете грим или фото-видеосъемку, но больше всего мне нравится грим, то есть это уникальный жанр хоррор. Хоррор-грим, то есть если вы хотите сделать там шикарнейший хоррор-грим на какой-нибудь там Хэллоуин, то пожалуйста, то есть ваши друзья обзавидуются всему этому делу, потому что ну, это мастер высшего класса. Самое главное, он сделает качественнейшую, то есть топ-уровня качества фотосессию под этот грим. Ну, я уже не говорю о видеороликах, которые вы увидите в превьюшке к каждому гриму. То есть, там, посмотрите, как это все происходило обязательно. И если говорить отдельно о дальнейшей жизни этого приложения, то дальше планируется его развитие. То есть, мало того, что сейчас в нем достаточно много уже разделов, которые обновляются постоянно. В планах запуск нового контента, поэтому ждем. То есть, официально анонсировать я пока его не буду, то есть этот контент находится пока под секретом, то есть он сейчас разрабатывается активно, но очень скоро добавят один, может быть, два новых раздела, которые будут удивлять вас своим наполнением, потому что это будут максимально живые разделы, это, скорее всего, будут видеоразделы, и в них периодически, очень, с очень высокой периодичностью будут появляться материалы, которые будут всегда интересно смотреть, о чем тоже пока говорить не буду, секрет. Большой-большой Говорить не секрет. буду, но заинтриговал. Еще очень важный момент, моя любимая тема, соцсети внутри приложений, потому что сейчас участились блоки разных там, больших блогеров и маленьких, и пабликов, и всего остального, но когда внутри приложения у вас есть ваши соцсети, вы можете тем самым, отсылая, например, пуш-уведомления, и повысить лайки в своих соцсетях, вы можете и если у вас обновились адреса страниц, обновить их внутри приложения, и ваша аудитория подпишется. То есть, собирая аудиторию на ваше мобильное приложение, вы не теряете вашу аудиторию. Вы ее сохраняете и Да. приумножаете. Можете попросить аудиторию поставить больше лайков, поставить больше репостов. И это как раз реализовано в этом приложении. Все три соцсети, которые сейчас самые популярные, все есть внутри. И вы на все на них можете перейти, посмотреть. Как человек ведет, и соцсети тоже, и это очень интересно. И этот момент интеграции, соединения, да, соцсетей и приложений, это никак не противоречит, потому что если мы говорим про соцсети, там охват, ну скажем так, не все аудитории, мягко скажем, да, ваши посты показываются. А с помощью приложения вы можете сделать так, чтобы вся заинтересованная аудитория видела ваши посты и информацию, которую вы хотите до нее донести. Совершенно верно. Поэтому, если вам понравился обзор, обязательно ставьте лайки. Дайте нам об этом знать, потому что мы только начинаем эту рубрику, и она будет расти, развиваться. И если вам понравились какие-то отдельные вещи, тоже про них обязательно напишите, потому что мы тогда сможем понять, в какую сторону лучше двигаться, как, на что делать упор, чтобы контент наш был более качественным, собственно. А мы делаем его для вас, поэтому обязательно ждем от вас обратную связь в комментариях. Ссылка на приложение будет в описании, да? Я правильно же понимаю, да? Да, То обязательно, есть именно конечно. ссылка на скачивание в Google Play. Поэтому смотрите обязательно, ставьте лайки, делайте репосты, если вам понравилось прям сильно-сильно. Подписывайтесь на канал. И с вами были Сергей Сазонов из Сибири. И Настя из Мексики. Всем счастливо, пока-пока.